Всем привет! С вами Настя Фроликова. И сегодня будет проверка прозрачных клеев для слаймов. Первый клей это будет прозрачный клей Elmer's. Он был самым дорогим. Второй это будет Dr. Fun. Он уже был подешевле. И Dr. Fun улучшенный. Говорят, он максимально похож на Elmer's. И третий клей это будет клей для склеивания пазлов. Он был самым дешевым. Первый клей я буду использовать Elmer's. Наливаем. И наливаем загуститель. Главное не переборщить. Кстати, это тетраборат натрия, разведенный один к одному с водой. Тетраборат натрия можно купить в обычной аптеке. Пока добавлю 2 капли. Слайм получился довольно плотным. Все остальное я скажу потом. И следующий клей это клей Dr. Fun обычный. Наливаем. Примерно столько. И капаю загуститель.
слайм получился, но мы все посмотрим в конце, оценю я их в конце. И следующий клей, который я буду использовать, это будет Доктор Фан улучшенный. Наливаем. Вот я налила клей. Он очень густой. Прям очень. То есть из всех клеев, которые я пробовала, этот самый-самый густой. Слайм получился довольно-таки неплохой, но расскажу я о нем немного попозже, а сейчас следующий клей. И вот настало время для самого дешевого клея для склеивания пазлов. Открываем, выливаем. О, он довольно жидкий, но тоже прозрачный. Он как будто бы вода, то есть у него очень водянистая текстура. И в кадр входит загуститель, наливаем. Пока что немного.
я вымешала все слаймы, и теперь можно перейти к проверке. Первый слайм будет из клея Elmer's. Сразу хочу отметить, что он очень зеркальный, и это очень круто. Также этот слайм довольно-таки плотный, поэтому он точно не желейный. Но при этом он очень круто тянется. У слайма очень-очень много плюсов, и я не замечаю в нем минусов. Поставлю ему оценку 5 из 5. И, кстати, чуть не забыла, еще нужно надуть пузырь. Оп! Шикарный пузырь получился из этого слайма. Он подтвердил свою оценку 5 из 5. Следующий слайм из клея Dr. Fun. Хочу отметить, что он такой же зеркальный, как и прошлый слайм. Он тоже плотный, хорошо тянется, но по ощущениям у него текстура немного другая. Но она тоже приятная. Мне нравится этот слайм, мне нравится с ним играть. Поставлю ему оценку 5 из 5. И фирменный пузырь. Получился довольно хороший пузырь. Он подтверждает оценку этому слайму 5 из 5. Следующий слаймик из клея Dr. Fun улучшенный. Хочу отметить, что он уже не настолько зеркальный, как прошлый слайм. Это во-первых. Во-вторых, он слегка желейный, но при этом очень плотный. Нереально плотный. Его растягивать очень тяжело, он очень тугой. И на ощупь не такой приятный, как, допустим, слайм из Elmer's. Ну вот, вы видите, что он плохо тянется. Давайте надуем пузырь. И я поставлю ему оценку. Растягивается этот слайм очень долго. Пузырь получился неплохой. Поставлю я этому слайму оценку 4 с минусом из 5, потому что мне не понравилась его текстура, желейная и очень плохо тянущаяся. Но из него получаются прикольные пузыри. И последний слайм из самого дешевого клея для склеивания пазлов. Спешу заметить то, что он очень хорошо тянется. Но этот слайм желейный. Скорее всего, он такой желейный из-за консистенции клея, так как она была очень жидкая и напоминала воду. А в принципе, слайм неплохой, то есть играть можно. Надуй пузырь. Пузырь получился тоже хороший. Единственный минус в этом слайме – он желейный. Но эта желейность не мешает играть со слаймом, поэтому я ему поставлю оценку 5 с минусом. Итак, а теперь оценки. На первое место я поставлю два клея. Это будут клеи Dr. Fun и Elmer's. У них были довольно-таки похожие текстуры, и они обе были очень приятные. Мне эти клеи очень понравились, советую. Кстати, Dr. Fun более дешевый клей, так что более выгодный вариант будет Dr. Fun. А на второе место я поставлю клей для склеивания пазлов. Он был самым-самым дешевым. Единственный минус был в том, что он был желейным. А во всем остальном он прекрасен. И на последнее место я поставлю клей Dr. Fun улучшенный. Несмотря на то, что говорят, что он похож на Elmer's, это не так. Получается неприятный, немного желейный, очень плотный слайм, который, кстати, я вымешивала дольше всех. И поэтому я его ставлю на последнее место. Не советую такой клей.
Всем пока! С вами была Настя Фроликова. До новых встреч!